Так, вот продаю холод Garmin Echo 200. Настроен он тут под Сома. Рыбачил я на Сома. Сейчас все покажу. Крышечка все есть. Сейчас мы его включим, проверим работоспособность датчика. Экран чистый, без ссадин. Так, тряпочкой вытереть. То есть, вот датчик. Крепление, все в сборе. Сейчас датчик подключу. Так, сейчас выключим, включим. Вот даже звук, то что датчик работает, глубину он соответственно не показывает, потому что не в воде. Сейчас я датчик отключу. Блин, питание выключил. Сейчас еще раз. Датчик отключаю, сразу сонар отключен. Проверьте проверку датчика. Сейчас обратно подключу. Сейчас отключим. Вот. То есть датчик полностью рабочий. Вот он уже пошел в демо режиме сразу, без подключенного датчика. Крышечка вставляется, поворотное крепление. Все фиксируется. Все поворачивается. Угол наклона меняется. Так как вам надо. Вот настройки эхолота Garmin Echo 200 под Сома. Ну, разделяем экран, частоты, дальше диапазон глубин авто либо в ручке по желанию, усиление средний либо в ручке ставим. Масштаб без масштаба. Линия глубины выключить. Тут ничего не надо. Настройка. Вот. Настройка сонара дальше пошла. Скорость прокрутки. Ультра. Ультра скролл. То есть очень быстрая. Символ рыб отключаем. Подавление помех на обеих лучах высокий. Шум поверхности скрыть. Белая линия включена. Все, все настройки этой. Вот, отлично видно. И груз, и приманку, и на 77 луче, и на 200. Там что-то лазит, не пойму, сомик что ли. Нет, наверное, это не он, так какая-то рыба.